Ой, мне очень нравится Воронеж. Я вообще люблю его. Воронеж. Ну, это... довольно сейчас ухоженный стал и вообще красивый. Просто красивый. Дома все разные. Самое главное, дороги на 95% да. Заново везла, потом дороги великолепные. Старинных домов сколько много вообще. Нет, Воронеж был разрушен во время войны на 95%. Это одно из единых зданий, которое осталось, так сказать. А так полностью, практически полностью разрушен. Заново восстанавливались. У меня вот родственники из Вязьмы тоже все было вообще разрушено. Откуда? Из Вязьмы. А, Вязьмы, что там бои такие были, ну да. Что? Тоже полностью вообще город разрушен. Вяземский котел, господи, сколько погибло народа. Да. Shut up.